Я привился от коронавируса, получил прививки. Я долго к этому шел, изучал, узнавал, где это можно сделать, как это можно сделать, какие вакцины. И получилось так, что на сегодняшний день прививает население бесплатно в участковых поликлиниках. И я воспользовался этой возможностью и получил прививки. Никакой реакции на введение препарата, на введение вакцины ни первой дозы, ни второй я не ощутил. Даже не заметил, по большому счету, что привился. Сразу с поликлиники я приехал на работу и пошел оперировать. Я к вакцинации отношусь крайне положительно. На самом деле, если мы посмотрим с вами в историю, есть всякие страшные заболевания, как там, например, ветряная оспа, которую путем вакцинации удалось победить на земном шаре вообще. На мой взгляд, вакцинация нужна по той простой причине, что нужно остановить эту проблему, остановить эту патологию. Остановить эту пандемию в данном случае. Вакцинация конкретная нужна.